Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Продолжаем играть в Алана Вейка, и в прошлый раз мы сбежали из радиостанции, на которой нам чуть не пропидорасил нашу грудь какой-то штатский, он же полицейский, его нас спас шериф. А Найтингейл смотрел на темный лес за разбитым окном студии. Он повернулся и направился к выходу. Но Мэйн схватил его за руку. «Молодой человек, вы во меня не стреляли! Нельзя же так палить по людям!» «Да что с вами?» А Найтингейл вырвался и вышел из комнаты. Его щеки горели от натолканных туда хуёв, потому что он не смог застрелить Алана Вейка, и у него это никогда не получится. Отлично, фальшфейер. Теперь я чувствую себя немного спокойнее, потому что у меня есть фонарь, 10 энерджайзеров и фальшфейер. Правда, у меня нет пистолета, а это хуёво. Так, вот я вижу я этот... Как его, блядь, называют? Вот этот вот. А это значит, что рядом со мной вот эти пидорасы. Эй, они меня сейчас убьют. Да хватит по мне палить, ребят. Да, блядь, повернись ты, дебил! А, блядь! Ну, ой! Я даже не знаю, как это можно назвать, блядь. Окей, окей, блядь. Дебил, почему ты так не можешь с первого раза завести этот сраный генератор? Почему тебе приходится уничтожать людей? Для чего вообще нужны эти генераторы, если ты не успеваешь их завести? Потом-то они мне нахер не нужны. Так нет, блядь, надо сначала убить всех одержимых, а потом только завести генератор. Ты вообще, чувак, ты слабоват. Так, отдышись. Дышался? Все, бежим звать генератор. Быстрей! Только, сука, не сдохни на полпути, я тебя умоляю. А, блядь. Как их много, нихуя себе. Быстрее заводи. Давай, давай, давай. Ой, блядь. Суки. Заводи быстрее. Ну. Отлично, наконец-то, блядь, я сумел это сделать. Но все-таки пришлось потратить... Где горит свет? Пришлось потратить один... Револьвер. Неужели теперь станет гораздо проще? Дробовик. Зачем мне нужны патроны для дробовика, если у меня нет самого дробовика? Это плохо. Это скучно. Так, вот, револьвер. Отлично. Ну все, ребят, держитесь. У меня есть 18 патронов, это значит, я смогу убить человек 9. Это классно. Минус 9 одержимых, они всегда... Где он бежит? Да, блять, вот они. Вот они. Первый пошел. Блять. Ну-ка, умри. Отлично. Так, вот. Ну, давай, убивай его уже. Блять, прилетел, а. Так, а вы все уже изогнаны, да? Отлично, так. Да, блять, ты еще и перезаряжать тут будешь, что ли, долбоёб. Так, все, ладно. Вон, вижу еще какую-то хуйню. Что это такое? А, в энергетической компании было никакого резона оставлять здесь включенными рабочее освещение. И будто специальных каких-то чего-то там еще. Ничего не понял, что он сейчас прочитал. Ну ладно, давайте зажгем все огни. А, the darkness control the taking. Че darkness? Опять, блядь, тьма их контролирует. Я это уже читал, чувак. Это уже неинтересно. Так, отлично. И вон там еще один я видел. Сейчас мы просто окажемся в полнейшей безопасности, кругом свет, и все будет просто классно. Включай. Все. А зачем я это сделал? Кто-нибудь мне скажет? Так, что там такое горит? Ну-ка, пойдемте сбегаем в домушку, или что это, ворота? Записка какая-то. Ой, чувак, я уже боюсь с тобой реально бегать, потому что ты сдыхаешь каждый раз. Взять страницу рукописи, давай. Бульдозер заревел и попер на пролом, разбрасывая грязь и камни. Он пробил бетонную стену и тяжело ввалился во двор. Будь бульдозер животным, он бы потряс головой после удара, уставился на меня и атаковал. Конечно, у него не было ни головы, ни глаз. Наползающие тени превратили его в монстра, а этот монстр пришел за мной. Какой, блядь, бульдозер? Вы о чем? Я не хочу встречаться с бульдозером. А, может быть, этот бульдозер сейчас приедет сюда, и не зря я зажег все эти вот фонарики, они его уничтожат. Наверное, так. А, это их постоянно надо включать, что ли? Так, ну хорошо, ладно, сейчас разберемся. По ходу дела, я думаю. Что у нас такое тут? Ой, у меня есть дробовик. Вот это замечательно. А вот вам бульдозер. Нет, это эти. Одержимые.
Блять, быстрее беги, Алан! Алан, к выключателю, быстрей! А, блять! Включай его! Вот встану. Ой, да хватит меня бить! Вот сюда встану. Да вы чё, вообще что не боитесь, ни пизды? Блять, нихуя их как тут много, короче. А что делать тогда? Вот это да. А вот это постоянно будет гореть или нет? Или тоже он выключается? Так, неинтересно. Ну хорошо, ладно, побежим. Записочку возьмем. Нет, сначала возьмем дробовик, чтобы не забегать в этот беспредел. Так, все, а началось. А, то есть это начинается после того, как я беру дробовик. Ну хорошо, ладно. Бежим, бежим к выключателю. Включай, Алан, включай его. Оп, гопота. Оп, блять, почему ты его не убил, дурак? Отлично. Оп. Оп, замечательно. Только не гасни, пожалуйста, прошу тебя, не гасни. Поможем, поможем фонарю. Блять. Да ты дурак, что ли, Алан, сука, мать тебя, Вейк. А, блять, ну как, почему ты постоянно перезаряжаешь оружие? Ой, какой здоровый мужик. Вот так-то. Так, по-моему, я всех только что убил, да? Просто красота, отвечаю вам, ребят. Ну все. А где бульдозер? По-моему, в предложении, в записке говорилось про бульдозер. И где же он? Кто-нибудь мне скажет, нет? Или это чисто так припугнуть нас решили, просто поугарать, типа сейчас игрок будет ждать бульдозер, а тут придет просто 7 мужиков. И попытаются снять с него трусы и сделать свои темные дела. Может быть, в этом и была главная... Так, там что-то какой-то свет горит, и ветер какой-то сильный подул. Что-то страшно сейчас будет? Оп, кофе. Но после кофе уже ничего не страшно. И это хорошо. Так, почему здесь все так ярко и так расплывчато и так страшно? Я вам скажу, не страшно, а нагнетает обстановка какая-то хуйня. А, вон свет, замечательно. А, взять страницу рукописи. Давай почитаем ее. А, очередная страница. Ой, это какой-то бульдозер, я уже читал. Не знаю, какая из них новая. А, вот. Сара доверяла своим инстинктам, а те утверждали, что агент Найтингейл мерзавец. Что-то с ним было не так, и не только запах старого перегара. Что-то в манере показывать жетон, кичиться служебным положением и смотреть на людей в ожидании ответа. Где Алан Уэйк? Что за несчастный случай? Где жена писателя? И самое важное, почему она дала Уэйку уйти? Сам он на вопросы не отвечал. Это дело федералов, все, что сказал он ей. Да, вот такой вот он пиздодельный. Фу. Поезда. Круто. Мы сейчас можем сесть на поезд и уехать отсюда. Замечательно. Так, раз, патрончики для дробовика. Патроны. Теперь я могу взять в руки дробовик. И перезарядить его. Отлично. Литиевые батарейки. По-моему, литиевые батарейки это не самые крутые батарейки, которые есть. А есть еще литио-ионные. Или литио-ионные это аккумулятор? Не помню. Алло? Алло? В жизни не встречал такого упрямца. Элис? Элис? Алан? Алан? Мне так страшно. Тьма не отпускает меня. Помоги мне, пожалуйста. Я смотрю на тебя, Алан, но это как будто не ты. Словно твоими глазами на меня смотришь что-то другое. Сказала нам жена и повесила трубку. Элис, я здесь! Мне тут так одиноко. Скоро все полетит к чертям. Вам нужно быть осторожнее и держаться друг друга. Кому нам? Ты про кого? Связь была отвратительной, но в этом звонке было еще что-то не так. Она говорила как-то странно. Но она позвонила. Откуда она взяла телефон? Труба вывернулась из стальной конструкции моста. Окутанная тьмой, она парила в пустоте и судорожно подергивалась. Мгновение я не понимал, что передо мной. Массивная штуковина с немыслимой силой рванулась ко мне. Я едва сумел отпрянуть. Когда я направил на нее фонарь, она содрогнулась от зловещей ярости и снова полетела в меня. Так, ребят, нам пиздец. Нас сейчас будет убивать труба. Какая труба? Впереди виднелся железнодорожный мост, а на другом берегу какой-то склад. Я надеялся, что там найдется машина. Добраться до депо. Это я знаю, мы уже, блядь, который час добираемся до депо. Поехали. Опа. Так, труба и мост.
Труба и мост, это мы помним. Надо направить на нее фонарь. Но она зловеще воспрянет и даст нам пиздюлей еще раз. А, это сверху поезд. Поезда под нами ездят. Но это ничего страшного. Главное, что... Ой, блядь. Главное, что... А, она меня сейчас раздавит, что ли? Нельзя. Нельзя труба меня давить. Я главный герой этой игры. Понимаешь? Меня нельзя убить. Так, я не хочу. Тьма преследовала меня. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, чуть не задавила. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Что-то сейчас будет. Что-то подлетело все. Ой, блядь, что происходит-то? О-о-о, ребят, ой, блядь, по ебальнику трубой получил. Это нехорошо. Так. А, надо убивать трубы. Понял. Все, понял, ребят. Блядь. Да как? Как вас убить-то? Ну, ёб твою мать. Если бы по мне зарядили такой трубой, я бы мне бы и одного браза хватило. А он, смотрите, какой стойкий у нас. Так, ладно. А может быть, сразу запалить эти трубы? И тогда не придется с ними воевать? Не знаю, нужно попробовать. Так, ну-ка. Нет, смотрите-ка, не работает моя система. Плохо. Я оказался неправ. Бывает и такое, да, ребята. Все иногда бывают неправы. В том числе и я. Ну-ка нахуй, не дури. Я перепрыгнул трубу, я великий прыгун. Так, тьма становилась все сильнее, она причиняла все на своем пути. Давайте не будем лезть быстро в гущу событий. А попробуем по одной трубе истреблять. Вот, первая. Нет, не она. Хорошо, следующую. Следующую ищем. Оп, отлично. Вот сейчас здесь что-то будет. Вот у меня все... Все, меня заперли. Я в тупике, ребят. Есть, одна. Одна есть. Вот это. Вторая. Бля, промахнулась. Прикиньте. Где еще труба? Ты что ли меня атакуешь? Ой, блядь, завалили. Завалили меня. Батарейка. Отлично. Все, я справился. Вот эту еще херню надо убить. Ой, блядь, батарейка села. Замечательно. Кто еще остался? Вот. Я даже подходить туда не буду. Можно вот так полигонечку ее, так сказать. Ну, вы понимаете, да? Если долго по одному месту бить потихонечку, все равно в конце концов будет синяк. А мы... Ой, еще труба. А! Летит он, херня эта. Давай, давай, давай. Я просто постою, посмотрю. Куда ты смотришь назад, дурак, блядь? Тебе вперед надо смотреть, а он назад сидит, палит. Ну, не дурак ли ты, Алан? Так, не понял, где еще. А, вон труба. Ну, сюда-то она уж не залетит, я думаю. Ой, она умерла. Ну и хуй с ней. Все. Это была последняя, как сказать, преграда на нашем пути, я так понимаю. Ну да, действительно, страницы помогают нам. Ой, бочка. Ой. Какая-то хуйня. Ой, какая грустная музыка пошла. Видать, что-то сейчас случится. Может быть, закончится эпизод? Не знаю. А может быть, еще что-нибудь? А что еще может случиться в Alan Wake, кроме появления одержимого и окончания эпизода? А, записочка. Я захлопнул дверь прямо перед его наглым лицом. Он умолял открыть дверь, что характерно. Ублюдок действительно думал, что я подчинюсь. У меня не осталось сочувствия. И вины тоже. Не перед ним. Какое-то время я наслаждался его криком. Ручаюсь, в тот момент я улыбался. На большее не хватило времени. Темная сущность была в доме вместе со мной. Ага, то есть сейчас нас в доме будет ждать мужик, которого мы не пустим. Будем ржать ему в лицо прям. Вот с таким вот этим. И темная сущность будет гулять с нами по дому в виде гномика, наверное. Так, фонарик. Чё это? Удерживайте Е, чтобы переключиться на мощный фонарик. А в чем прелесть мощного фонарика? Он быстрее сажает батарейку или что? Не знаю. Ой, тихо, тут сколько всего, смотрите-ка. Револьвер, патрончики. Замечательно. Так, переключиться на фонарик. Ну не знаю, я взял более мощный фонарик, соответственно, он более лучший. Я так, все же логично. Зачем мы будем брать себе плохой фонарик, когда есть охуенно мощный, которым мы просто все разом истребим? Оп, патрончики для дробовика. Так, давайте. Кто тут нахуй бутылки бьет? Алкаши, бомжи? Где?
Сейчас вас всех разгоню, идите нахуй на вокзал. Ой, на вокзал. Это же вокзал. Ну, логично, да, на вокзале бомжи. Они здесь трутся, они здесь спят. Они делают вид, что сейчас, извините, товарищ милиционер, приедет наш поезд, и мы уедем. И так уже 7 лет. Ничего не меняется. Оп, что-то еще вижу. Фальшфейер. Отлично. Открывайся, и походу нас сейчас ждет какое-то невероятное приключение. Что это? А, вон мужики налетают на меня. А у меня есть дробовик, мужики, вам пиздец. Вы звонили в службу спасения? Я нет, я не звонил. Ну почему-то этот фонарик не работает. Следующий нахуй. А! А, нет, смотрите-ка, на этого он быстренько работает. Вот на таких-то. Ай, блядь, не успел стрельнуть в яму. Уйди отсюда. Ну да, с этим фонариком мы гораздо быстрее одержимые становятся. Менее одержимыми. Это замечательно. Контрольная точка. Так, вот здесь сейчас, походу, в замкнутом пространстве драка будет гораздо хуже. Я надеюсь, сзади меня никого нет. Потому что если сзади кто-то есть, мы пиздец. Так, нет, кого-то слышу. Перезаряди быстрее. Я забываю все время перезаряжать. А, у меня остался один патрон. Ладно, берем пистолет. Кто-то бежит. Где кто бежит? А, вон. Это гопник. Гопник. Свободен. Где еще один? Опа, пацанчик, слышь, что? Есть сига, жига, семи, давай погрызем нах. Нет, чувак, мы ничего не будем с тобой грызть. Я все уже давно сгрыз. А на свету ты можешь... Хард, зэм. Что значит хард? Я не знаю слова хард, но что-то я там могу на свету. Ну, отлично, пойдемте на свет и будем их хартать. Харкать на них, я не знаю. Отлично, фальшфейеры, патрончики, батареечки. Замечательно. Перезарядись, Алан. Так, возможно, сейчас они будут на нас сильно быстро налетать, а мы на свету и не позволим им до нас добраться. Да. Рукопись. Тьма накатывала на меня, втягивая в свои недра все, что могло оторваться от земли, цепляясь за мою одежду. Я увидел фонарик, который уронил похититель, и метнулся к нему в тот самый миг, когда почувствовал, что ноги отрываются от земли. Тьма стиснула меня в стальных объятиях, как смерч. Каким-то чудом мне удалось включить фонарик. Тьма взревела и отшвырнула от меня. Я упал и покатился к темным водам озера, далеко внизу. Я не хочу кататься к темным водам озера, серьезно говорю. Ой, блять, упал. Все, достигнута контрольная точка. Сейчас прибегут мужики. Никого не вижу. Та-да. Та-да-да-да. А, вот тьма на меня налетела. Ну хуй с ним. Тьма нам не страшна. У нас потому что вон здесь что-то есть. Быстрее, быстрее, быстрее. Вон к той хуйнюшке. Возьмем все, что здесь есть. Здесь есть по-любому батарейки и фальшфейеры. О, у меня все, максимум фальшфейеров. Это вообще замечательно. А вот бульдозер, ёб твою мать, бульдозер! А что с ним надо было делать? Я забыл. Бежим, 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 блядь. Так, а здесь никак. Ёх, нихуя себе. Да он сейчас меня уничтожит, короче. А вот если фальшвейер... Ой, блядь, чуваки, я должен был помереть уже два раза. Ну, это какой-то босс прям, я вам отвечаю. Босс бульдозер, вот это нихуя себе. Оу, я выиграл его, я красавчик, я убил бульдозер. Убил бульдозер светом, вы где-нибудь такое еще видели, нет? Вот так вот, чувак, я снайпер. Оп, бежит кто-то, оп, тихо. Не-не-не-не-не, чувак, одумайся. Тебе здесь не рады. Ай, хорошо, да, тебе? Блять, он еще жив. Ну, давай уже свети в него. Да пиздец, ну я хуй тебя знает. Вот. Так, как вставить батарейку? Я забыл. А, Q. Вот, отлично. Q и R. Перезаряжать и вставлять батарейки. Замечательно. Вот здесь мы можем подкрепить, так сказать, наши эти, закрепиться обмундированием и прочей хуетой. Сейчас мы все соберем и закончим на этом серию. Я думаю, да. Замечательно, все красиво. Так, патронов максимум для револьвера. Если ты перезарядишь,
Нет, все равно, говорит, предел. Ну ладно, хорошо. И вон там еще одну. Ты че, блядь? Еще одну вижу я. Красненькую ящичку, из которой мы можем что-нибудь взять. Фальшфейер. Вот, фальшфейер нам всегда нужен. Все, ребят, на этом месте мы заканчиваем эту серию. И вернемся уже в следующий, когда Алан Вейк, сука, наконец-то отдохнет, возможно. Ему станет немного полегче. И будет просто охуенно. Так, никого нет. Ну, сейчас я добегу. Добегу? Добегу он до той контрольной точечки. А, ну все, добежал. Ну все, ребят, подписочка, лайк, комментарий, вступление в группу ВКонтакте, фолловство в Твиттере. И до встречи в следующих сериях. Все, ребят, всем пока.